Так, ну что, появляюсь, как видите, раньше намеченного срока. Так и не выздоровел. Никак не могу привыкнуть, где тут эта камера вообще. Ну ладно, не в этом дело. Ну какие у вас дела? Нормальные у нас дела, хорошие, можно сказать. Видите, система выдержала. Никак не привыкну туда смотреть. Система выдержала испытание с честью. Так что все замечательно. Ну, насчет того, что там. Смотрел только что передачу эту идиотскую. Как она там? Это называется. Фактор М. Конечно, поразительная передача. Не знаю, если человек не нарушает закон. Вот, то есть, почему не спросили просто? Так нарушая, если не нарушает закон, то о чем вообще речь идет? У нас правовое государство или нет? Собственно, что обсуждается-то вообще? Ну, что значит, какие-то превентивные меры, это беспредел, что ли? А этот Караулов, у нас детский сад, а не страна. Он кто, воспитатель типа там, вот он назначил? Ну вообще, если все такие умные, там эксперты всякие, все там все объясняют, ну если все такие умные, ну почему они тусуются у меня на передачах, а не я на их передачах? Ну ладно, это присказка. Это все так, чтобы развеять обстановку. Так, какие у нас новости? Ну, то, что меня там вызывают приводом, там эти суды, это полная чушь. Никакие приводы не прокатят здесь вообще. До 9 апреля продержимся. Я там 7 лет вообще, слава богу. Или сколько там, скрывался от всех спецслужб, так что уж от приставов-то от этих не проблема. До 9-го. Каких-то несчастных там 2 недели. Так что можете даже это не думать вообще и в голову себе не брать, что меня там доставят. Там. Ну, вообще говоря, я уже говорил, даже если бы вдруг произошло чудо, ну, и я бы опять попал в это проклятое вообще, это КПЗ, как оно там называется. Ничего бы это не изменило, ходил бы ко мне адвокат, но это уже все говорил, что по 100 раз повторять. Ну, этого чуда не произойдет. Хватит уже чудес. Хорошего понемножку. Это я приставом обращаюсь. Так что нет. У меня как говорят еще, кстати, вот там, мол, он скрывается от суда. Вот он как там, типа, какой он плохой. Да какого суда? Это не суд, а судилище. Все же все понимают. Ну что это вообще? Это издевательство над человеком. Ты еще раз на суток давать. Ну, и все это уже представляешь, что это у нас справедливо все, а я вот скрываю. Ну посадили бы хоть одного из этих критиканов, этих борцов за справедливость, на 5 суток, на трое. Предложили ему еще там что сказать, что еще будут. Так вот, давайте еще раз. Как бы он завопил вообще. А тут все нормально. Ладно, короче, чуть-чуть. Так, что хотел сказать? Что-то хотел такое сказать. Плохое. Да, вот оно, плохое. Так вот вообще. Кабинеты-то, господа, у нас наладили, как я понимаю. Так что все. Большой привет, как я и обещал. Новогодние бонусы меняются. Так-то вот. Со 2 на 3 ночи. 12 часов ночи. Так что большой привет. И как только 9 пройдет, предупреждаю тоже сразу. Бонусы по миру тоже от меня. Как у меня закончатся все эти идиотские такие, то все. Ну тоже там, может, дам несколько дней. А может и не дам. Ну, вот я заранее объявляю. То есть у меня, если вы заметили, слова с делом не расходятся. Если я что-то говорю, то так оно и происходит. Какие там игры, не играю. Вот сказала, что как эти кабинеты наладят. Новогодний бонус отменят. Да что такое? Вот от меня. Ну, потому что там вся эта эпопея со всеми этими моими задержаниями, или как их там назвать, нам только на пользу пошла там сейчас. Такой этот там поток новый, что бонус по сути не нужен. Так что все идет только к лучшему. Но что бы ни делали, все оборачивается к лучшему. Но апокалипсис, что сделать? Человеческое бессилие. Ладно, значит теперь, так как у меня обстановка нормализовалась, я, наверное, эти видео буду выкладывать. Я говорил, что не буду выкладывать, буду. Так как я все к лучшему повернулось, даже неожиданно совершенно, поэтому смело буду выкладывать. Ничего не опасаюсь.
Я вообще повторяю, это не с особым цинизмом. Ну, просто несут это вообще. Сами знаете, что. Ну, что это вообще? Ладно, это все насчет суда и прочее не суть. Что еще по делам-то? Ну, вот бонус я сказал, еще раз повторяю. Значит, со 2 на 3, ну, я, может, напишу сейчас объявление еще. Ну, говорю, со 2 на 3 отменяются бонусы эти новогодние. А бонусы победы сразу после 9-го. Так что имейте в виду. Так, ну а так-то что? Все вроде, я сказал. Вроде все. Ну, то, что я тут еще с выкладыванием проблем. Слишком большие по продолжительности не получится, наверное. Ну, не суть, короче. Я теперь буду общаться. Как и раньше, а может и чаще. Так что вот так, еще раз повторяю, насчет этих приводов не обращайте внимания, не будет никаких приводов. Ну вот уже сегодня увидите, что никакого привода не будет, так что, как говорит. Точно так же 30-го не будет, а там уже и 9-й близко. Так что вот так вот. Таким вот образом. Все, ничего не забыл. Вроде бы. Ладно, значит тогда будем приобщаться. До следующего. Может завтра запишу. Может послезавтра. Это крепотующе. Ну все. Значит, вот так. Еще раз повторяю. Все хорошо, будет еще лучше. Всем все платится. Все заклинания. Повторяю. Мы можем много. Мы можем много. Вы сами видели. На примере. То есть на всех этих событиях. Примере всех этих событий, что мы действительно можем многое. Так что вот так. Всем все платится, будет платиться. Назло всему и вся. Ладно, все, до следующей встречи, которая будет, вероятно, я говорю, завтра, послезавтра. Все сказал или не все? Вроде все. Ну все, всем все платится, все, до следующей встречи.